Здравствуйте, мои хорошие, и снова с вами магазин люча.ру. Слушайте, ну вот реально после, ну, по крайней мере, вот я, например, по ощущениям точно живем на контрасте. После зимы прям хочется зеленого цвета, реально. И я когда сегодня увидела, какую палетку Ира подобрала, так обрадовалась, думаю, прям, я прям черпаю энергию из этого цвета, да? Хотя летом, наверное, он мне уже как бы захочется чего-нибудь другого. Реально невозможно красивый цвет. Посмотрите, такой зелено-салатовый какой-то. Это у нас камни с цветом хризолит. Натуральные хризолиты такие огромные, да в таких количествах, ну вот такого размера вы не найдете в серебре. Они всегда будут синтетические, либо они стоят просто непомерных денег. Ну, чуть поменьше, вот в таком приблизительно формате, были у нас там пару раз от Казакова Василия Васильевича, потому что они достаточно редкие, достаточно крупные, достаточно хрупкие. И поэтому, вот, например, комплект из трех камней, ну, реально серебро ставить никто не будет, его просто в золото поставят, потому что это штучные вещи. Но, тем не менее, у нас есть прекрасная возможность воспользоваться кварцами, выращенными в цвете хризолит. Посмотрите, какая красота. Комплект от компании Vega называется «Осень». Мне кажется, очень символично, потому что цвет такой вот немножко с желтиночкой. И стоит еще цвет цитрины. Сережки. Открытие очень хорошее, большое. Вес у них получается 11,06. Обратите внимание, что QR-чики и здесь есть. 11,06. Хорошая посадка, но я забыла про этот момент опять сказать, что серьги нужно мерить либо вот как я первый раз держала, либо вот в таком формате, да, чтобы вы понимали, что у нас разные ушки, разная посадка, меряем с двух сторон. QR-ы должны сейчас быть на всех изделиях. Это вот такой QR-код, который можно считать телефоном, либо это 20-значный или 16-значный, раз, два, три, набор цифр, который на сайте Пробирной палаты вы можете проверить, где сделано, на каком заводе, кто производитель, кто поставщик этого изделия, какие камни там стоят. Пользуйтесь этим во всех ювелирных магазинах. Дальше посмотрим крупный большой комплект. Он называется «Олимп». Ну, Олимп — это у нас Олимпиада, это бог греческий. Вот он, меандр, орнамент, да, как бы нитки фианитов, россыпи. И 18-й размер колечка. 18-й примерила на 17,5, чуть-чуть свободно. Посмотрите, как красиво. Прям хочется такого тепла. Ага, раздеться. Наверное, на юге нашей страны уже достаточно тепло. Достаточно большие серьги в этом комплекте, крупные. К ним еще есть браслетик и кулон. Но пока у нас его нет в наличии. У сережек вес 23,54. Обычная английская петля. Орнаменты совпадают. А оправа из фианитов совпадает. Поэтому смотрим, получаем удовольствие. Покупаем, наряжаемся и любим себя, любимых. Еще один комплект, который мы очень часто показываем, и он один из фаворитов. Это комплект Эвредика. Посмотрите, какая красота. Цветочная клумба. В центре стоит оливин, выращенный кварц в данной ситуации, да? Да, кварц выращенный. И огранки роза. Вокруг у нас также цветные фианиты. И флористический орнамент. Я прям зачаровалась. Размер колечка 18,5. Ну вот плотненько получается, но 17,5 все-таки достаточно большая вот эта вот шинка. Ну 18 я бы ее взяла. И серьги. Посмотрите, какая необыкновенная красота. Мне кажется, все равно мы женщины от цветов, от цвета, от насыщенности. Вот я, например, прям таю, сносит у меня голову. Вот уже есть ни слова. Дальше. Здесь у нас серебряный узор очень хорошо прикрывает мочку уха. Хорошее достаточно открытие у серег. И вес этих сережек за счет того, что они цельные, без подвески, а вес у них 16,73, то есть 8-9 грамм на ушко, не будет так сильно напрягать наши ушки. Дальше мы смотрим. Сегодня мы по крупным, а потом пойдем на мелкий. Комплект ретро. Ну, здесь универсальность. Идет квадрат. И как зачарует меня этот цвет вообще. Идет квадрат, идет, ну, я бы сказала, все-таки флористический узор, да, когда линии такие. Хотя, может, и просто узор. 11,57. 19 размер колечка. Прекрасно на 18,5, видите, не вращается, хорошо сидит, прям так смотрится то, что надо. Сережки похожи на кольцо, здесь у нас идет полная симметрия, поэтому мерить их можно одинаково. Да, с тыльной стороны, опять же, вот этот орнамент, как на колечке, один в один. И английский замочек, полупетля, вес серег 17,64. 18 грамм, 9 грамм на ушко. Посмотрите, как красиво. Опять, за счет того, что комплект базовый,
вернее, за счет того, что у него один камень, комплект можно отнести к базовым украшениям. Хотя, если вы добавите сюда еще какой-нибудь яркий аксессуар с таким камнем, шикарный будет вечерний вариант. Дальше, еще один строгий комплект называется, артикул 409 на сайте. Напоминает мне он мужской перстень. Здесь у нас сплошная асимметрия. Видите, как интересная огранка а-ля ромб вписана в параллелепипед. Да, вот прямо идет такая работа по геометрии. Опять же, орнамент, он тоже в геометрии весь. Видите, такие палочки правильные все. И здесь есть небольшое украшение в виде вот таких вот фианитиков. 17 размер колечко. На 17,5 прям плотненько-плотненько. На 17 хорошо подойдет. Кто там у нас плакался, что нет маленьких размеров. И серьги. А вот здесь присутствует некоторая асимметрия, видите? Либо вот так. Либо вот так, то есть камни у нас как бы есть верх камня, вот здесь он стремится вверх. Мне кажется, вот так они более органично смотрятся. Прокольчик будет прикрыт серебряным узором, очень хорошее открытие, прям шикарное. И сережки, конечно, по весу ощутимые, но за счет того, что сережечка целая, не так сильно наши ушки будут третировать. 17,9, то есть 18 грамм, это где-то 9 на ушко. Такая вот красота, тоже можно спокойно отнести к базовому комплекту. Дальше у нас еще один красавчик, он совсем не базовый. Здесь у нас идет, видите, дополнительная фианит инкрустация, плюс такая неправильный скругленный треугольник. И все это говорит уже о том, что не совсем вроде бы и база, уже есть некоторые элементы. 19,5 размер. Мне кажется, тоже он 19,5. Ну вот он садится, ну как-то прям, ну что это такое? Я бы на 19 или даже, видите, или на 18, на 18,5 его взяла. Вот мне на 18,5 хорошо, тем более, что к лету руки обычно отекают, прям поэтому то, что надо. И здесь, смотрите, он не очень крупный, в принципе, можно его как базовый посчитать. Что это такое? Видимо, как чистили, осталась ниточка. Ввиду того, что он по размеру, еще раз ремонтируем в моменте, да? Смотрите, как ремонтируется. Раз, чуть-чуть прям, еле-еле пальчиком. И вот он щелчок, да? За счет того, что он не очень большой, но за счет того, что здесь много вот этих вот элементов, видите, словно переплетенные такие ветви с бутончиками, он уже как бы раз и такой не базовый, а все-таки больше какой-то с изюминкой. Вес сережек 9,78 мм. И по занижению здесь прям 0,2 миллиметра. И последний красотулечка, комплект корона. Ну, здесь прям база-база, ничего лишнего. Один камень, огранки роза, высокой корзинки, причем прям парит в воздухе, что дает возможность насладиться цветом камня. Размер 17,5, четко на 17,5, иначе он высокий, будет у вас заваливаться. И у сережек такая же посадка, ничего лишнего в швинзе нет. Открытие английское. Обратите внимание, что центровка идет таким образом, что сама сережечка сядет четко под ушко. То есть немножко оно так будет утоплено, и как будто камушек будет вровень с мочкой. Вот такая вот красота. Насладились с вами зеленым цветом. Все цены на нашем сайте lyuchit.ru. Наш WhatsApp вам в помощь, и мы тоже вам в помощь. Всего хорошего. Мы ждем вас в нашем магазине. До свидания.